Об ужесточении отбора судейских кадров говорили в Таразе. Депутаты Мажилиса и судьи Верховного суда детально обсудили поправки в конституционный закон о судебной системе и статусе судей Республики Казахстан. Участники круглого стола также рассказали о том, как совершенствуется система в рамках реализации 100 шагов плана нации. В Мажилисе парламента находятся проекты конституционных законов, изменений и дополнений в законы о судебной системе, статусе судей, о высшем судебном совете, где предусматривается ряд изменений, направленных прежде всего вот на упорядочение этого вопроса. Изменения направлены на усовершенствование и ужесточение отбора судейских кадров. Вносится предложение о повышении требований профессиональной оценки судей нашей страны.